На прошлой неделе в Татарбунарском доме детского творчества прошел районный этап 19-го фестиваля дружин юных пожарных. В соревнованиях приняло участие 6 команд от школ района, такие как «Файрстайл» из Дмитровки, «Феникс» из Базарьянки, «Вспышка» из Борисовки, «Огонек» из Лиманского, «Юный пожарный» из Вишневого и «Фитилек» из Спасской школы. Конкурсанты ответственно подошли к соревнованиям и потому добросовестно подготовили программу выступлений. А это, несомненно, положительно сказалось на качестве всего выступления. Компетентное жюри не осталось равнодушным к происходящему на сцене. Так, бурные овации вызвали красивые оригинальные костюмы, разнообразнейшие декорации и тщательно отрепетированные танцевальные и музыкальные номера. В своих выступлениях команды использовали много разнообразных декораций, что придавало краски и яркость номерам, а порой создавало ощущение реальности происходящего. Для всех собравшихся выступления команд прошли веселым калейдоскопом, подарив много позитивных эмоций. Но фестиваль дружин юных пожарных – это прежде всего соревнование, а значит и победа должна достаться сильнейшим. Хотел бы пожелать командам сегодня, победы всем, вы сами знаете прекрасно, что это практически невозможно, но хочу сказать так, ваши достойные действия, то, чему вы научены, приведут к желаемому результату. И хочу, чтобы вы запомнили, что нет последнего места, что вы неплохо выступили. Вы все выступите хорошо. Но кто-то из вас, какая-то команда, выступит чуть лучше. В конкурсе «Визитка» ребята со всей серьезностью обратились к сверстникам и взрослым с просьбой не только не забывать правила пожарной безопасности, но и соблюдать их. Потому что иногда от этого зависит собственная безопасность или безопасность окружающих людей. Следующий этап фестиваля – домашнее задание. Здесь команды с помощью песен и танцев пропагандировали здоровый образ жизни и напоминали о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности. А еще с помощью искрометного народного юмора конкурсанты высмеивали вредные привычки людей и показывали их плачевные последствия. Жюри оказалось непросто определиться с победителями, потому как каждая команда достойна почетного призового места. Но в результате жарких споров первое место досталось команде «Феникс», второе место заслужила команда «Фитилек», а третье место заняла команда «Файрстайл». Все победители получили памятные подарки. Но соревнования дружин юных пожарных продолжаются, а команду победителя ждет еще одно испытание – отстоять честь Татарбунарского района в зональном этапе фестиваля, который будет проходить 12 апреля.